На берегу морском нашел я денежку и положил в карман, как талисман. У моря синего я встретил девушку, а эта девушка ушла в туман, как яхта белая под легким парусом, была стремительна и хороша. А я мальчишечка с одесским паспортом, и за душою нету ни гроша. А у нее друзья, да кто не мне чита, морские волки все, как на подбор. Зато в груди моей, здрасте, всегда живет мечта. Пионы. Хоть я мальчишечка, бандит и вор, я крупный банк возьму, да без напарничка, и белым катером к ней подрулю. Ты полюби меня, лихого мальчика, ведь я давным-давно тебя люблю. Эх ты, пионы, лаваш, голуби, шикардос, одесса мама. Шо? Хлеб! Друзья, всем привет! С вами я, Скрипован. Привет, мои хорошие! Эх ты, друзьяки! Таки да, шикардос, елки-палки! Что хотел сказать, мы опять на базаре, а нам надо сегодня немного, поэтому мы будем туда-сюда быстренько, купим все самое молодое и приготовим первый раз. Катенька, что это за... Я стою и думаю про посылку такой, которая там приехала. Я думал, ты кайфуешь от спетой песни мною для тебя. Ребята, оно и не надо, пою для вас. Чтоб вы нам были здоровы. Вот она тебе, любовь. Я и за любовь, за песню, за море, за о высоком. Она мне посылка приехала. Ты меня сбила. Аван Казан, благодарочка, короче. Вот тот маленький казанчик, 10-литровый, чистая ювелирная работа, елки-палки. Сегодня первое блюдо будет в нем красный, наш, украинский, щирый, именно такой богатейший борщ, но из всего молоденького. Угу. Бурячок молодой, морковочка, капусточка, короче, бла-бла-бла. Погнали, посмотрим, почем в Одессе все молодое. И приготовим замечательный борщ. Ну, борщ будет в следующем видео. А, у оператора, короче, события. Лора, мама дорогая, Винтаж Америка, так канал и называется. Вот название. Ребята, аналогов нет, вы кайфанете. Человек, короче, знаешь, что делает? Вот американцы молодцы, короче, ёшкин кот. Вот надоело им жить, короче, вот это вот все там, не знаю, там обросли, как там, богатствами, там, винтажом, каким-то антиквариатом. И говорят... Бамбах-трахбах, короче, это уже не мой дом, ребята, это магазин для всех. И вот Лорочка берет телефон, ныряет в эти апартаменты, короче, и ходит, показывает, что продается. Короче. А потом в Инстаграме можно это купить. Понимаешь? Да понимаю. Короче, к оператору приехала вот такая посылка, мы ее долго ждали, я не знаю, что там, короче. Какой там Билл Гейтс распродавался, короче, мы глянем, что будет в этой посылке, я в шоке. Лора, благодарочка. Но если там что-то будет у них там старенькое и за рыбалку связанное, а? Так я тоже в этом участвую. Там только статуэтки, чашечки, Сереженька, посуда всякая, утварь кухонная, понимаешь? Вот да я не надо мне рассказывать, ля-ля, тут тополя. Я зайду к Лоре в Инстаграме, посмотрю, может, там на самом деле что-то для нас с Маратом есть. А что ты, какая-то перцовница старинная, а? Может быть. Как это? Поперчить не забудь. Во-во, не вибратор, поперчить, вот это вот тоже толкушка. Не, ну удивительно, у нас же такого нет, да? А я вот тоже, кстати, подумала, почему у нас так не распродают? Вот. А может продавать нечего, а может жалко? Ну не знаю. Ну там прям целый дом. Приходишь и весь дом распродают. Да, не, я раньше только такой по телевизору видел, что там сейл. Я думал, что сейл это, короче, продается весь дом. Ты можешь зайти купить дом по запчастям, а потом еще и дом, если деньги останутся. У ёшкин ты кот, пошли. Я уже думал, что это, что началось, Катюня? Напугал меня. Погнали. Так, что нам надо, чтобы мы быстренько купили и быстренько уехали? Пионы ты мне... Ты знаешь, из чего? Угомонись, пионами у нас выросли. Да, выросли и повяли. Дождем побили. Там все вон, головушки там опустили. Посмотри, все есть. Я розовые не хочу, я хочу белые. Ага. Утро доброе, салют. У него все старенькое, нам надо сейчас все новенькое. Сейчас опять скажут, что я вредная. Просто люблю белые. О, смотри, там прям целый контейнер цветов, Сереж. Смотри, как красиво. Где, вот туда? Вот там впереди, да. Ты здесь 1 300 000 репортажей уже сняла, и там всегда продаются цветы. Ну, там как-то я не обращала внимания. А потому что голова забита непонятно чем. Чем? Я бы тебе рассказала, как мне начальница говорила, у которой я в первый раз работала. Так, вижу, молодое. Что, тут прямо начнем со старту? А? Или давай кружок мотанем, давай сделаем для людей красиво, идем? Что ты меня через цветы не повел? А потому что у нас денег нет.
У меня есть. У тебя, может, и нет. Короче, запоминай цены. Смотри, уже перцы молодые. Да? Ты что? Здрасте, я вас не будет. Ну, только ваш перец снимем, все будет нормально. Здрасте. Что? А, о, маленький, нам надо чуть-чуть побольше. А морковочка есть. Давайте с вас и начнем. Что, почем морковка молодая? Извините. 20 гривен. Ты что, штука или весь пакет? Нет, штука, конечно. Ё-моё, ну и борщ намечается. О, картошка молодая. А что, красивая? Да, выбирайте. Давайте. Сколько нам надо? Я на 10 знаю, евро. Сколько, там сюда, там сейчас, сколько это, у нас строителей на строительстве? Килограммчик потом. Не, ну борщ мы сварим полный. Давайте полный казан. Это настоящая Виктория? А что бывает, не настоящая или что? О, слышишь? Лора, у нас тоже продается американская, посмотри, именно, елки-ты-палки. Так, аккуратненько. Сказала, что Виктория, а можно попробовать? Попробую, я рассчитаюсь. Слушай, какая красивая. Нам, коробочку, пожалуйста. Прямо целиком. Сильно эту клубнику. А что на нее смотреть? Я стою и в обморок падаю от этого аромата. Елки-ты-моталки. Ну, я если упаду, то в морковку здесь. Это приятно будет. Давайте. Так, хватит. Кило. Хорошо. Катюня, скажи мне, у тебя день есть на борщ или только на клубнику, чтобы я понимал, сколько брать мне надо? Сереж, бери, чтоб скушать, чтоб никуда не девать, понимаешь? Скушали и забыли. Раз. Я люблю вот так. А завтра свеженький сваришь. Два. Пробовал. Ты что, хорошо устроилась, елки-палки? Смотри на нее. Четыре. Пять. Все. Да, хотим из всего молодого. А, это уже посчитано, да, считайте вот это. Я взял пять. Как раз без дачи почти. Катюня, кабачок ребенку есть, Измаила? Я не знаю. Ты у нас папа. Я мама. Слышишь? Спасибо большое. А что тебя так повеселило? Все, имеет деньги, она уже мама. Ай-яй-яй. А при чем тут деньги к маме? Ну так а что ты так говоришь, как будто бы на это намекаешь? Я вообще ни на что не намекаю. Такое красивое, что даже не знаю, что взять. Наверное, возьми вот это такие вот. Не очень большие кабачки. Ну не очень большие, они чуть подороже. Да все будет нормально, я. Ну вот, бери его. Все. И вот этот бери. На тебе гроши. Не подсказывай. Разрахуешься. Возьму поменьше, как ты хотела, вот такой. Давай. Все. Ты думаешь, мне хватит? Знаешь, сколько я здесь набрал? Так, это есть. Выкладывай назад. Слышь, перчик надо ж на борщ? Молоденький надо, вот тот зелененький. Ёшкин ты кот. Короче, мы у вас сейчас снимем обзорчик и сразу от вас уже поедем борщ готовить. Я думал, лучше по базару пройтись чуть-чуть немножко. Так, этот с Измаила. Елки. Это в любое время заезжайте. Так ты берешь. Он у нас всегда в наличии. Так ты берешь не молодой, Сережа. Ты берешь какой-то уже. Я беру красивый. Что за человек? Думал, не увидит. Это то, что про перец, это не про нее. Она все про перец видит. Все достаточно. О, спасибо. Не командуй. Скоро будет сезон фаршированных перцев. Марат в Израиль, правда, уезжает? Так, хватит мне должно? 405. О, как раз. Ты что? Еще и сдача осталась. Так, благодарочка. Это есть? А что я еще не добрал? Я что добрал много? А, вот, вижу, вот это вот, вот это вот. Спасибо вам огромное. Все, будьте здоровеньки. Так, упаковались. О, Катюня, ты посмотри. Здрасте. Доброго дня. Елки-ты-палки. А капуста ж тебе тоже нужна? Морковка еще лучше. И капуста ж по 60, и буряк надо на красный борщик. Будем готовить из всего молодого. Да, Юна, геть молоденький. Треба зайти до вас попробовать ее. В любое время забегайте. Ресторанчик, да? Да, что мы там только не готовили. Слышишь, а сколько нам надо? Ну надо, да? Ох, они и сладенькие. Ты бери, чтобы красный был. Я хочу ту рыбу попробовать. Приходите. Карасика? Уже. Там, блин, любой. Вчера вот такие по 300 кило агрегаты, да. Одна штука.
С икрой все нормально, да. С икрой, с чешуей. Так. Буряк. Это вот есть. Сейчас скиданем. Сколько капустин надо? Ну, две побольше, да? Смотри, чтобы я не ездила там потом на местный базар. Да съездишь, что ты. Хотя я так взял, что все будет нормально. А, вообще, ты что, одна цена? Нормально, шикардос. Морковку мы уже взяли, успели. Может, еще парочку взять? Посылку распаковывать. А? Да подожди, ты, ё-моё. 65 килограмм. Ты посмотри, какая молодая. Как это, Шантане? Не? Шантане там, да? А сегодня морковче? Так что нам надо две? Давай, друг, будет мало, чтобы ты не гоняла. Тогда три. О, это миланюшки в супчик. Вот это шикардос. Куда ты кабачок брал, Сереж? Слышишь, подожди, что надо, цибуля молодая и мясо молодое. О, и чесночок молодой. И чеснок вижу молодой. А, мы что, за мясом пойдем? Сейчас, подожди, давай немного рассчитаемся. Нет, тут это все мы. А, все, да ты что? Гриби не хочу. Да вот два хватит. Там цибульки надо молодой. Бачу. А чё ж нет, конечно. Катюша. А. Может, тебя водичка взбрызнуть? Что ты как это припаркованная стоишь все время? Ходи за мной туда-сюда, ёптико. А ну дайте. Да не, ну мне ж не бесов изгонять. Она просто стоит и мечтает, у нее посылка приехала, ей уже базар не нужен. Она уже хочет поскорее ехать и смотреть. Что там Лора ей передала? Да куда ты набираешь? Мы же не в твоем вот этом вот, который, бляха-муха, Катюня, на борщ. 80 или сколько литров самый большой? На 10. Нет, тот, который огромный. А, то на 80. А, видишь, а это именно аккуратненький на 10. Лука. Слышишь, ну хорошо, нам, ребятам-строителям, а маме? Обязательно, маме. Ну. Иди неси в машину, я рассчитаюсь. 380. Подсыпочку вам. Спасибо, дуже дякую. Да. Катюня, да. Давай, гони гроши, а я сейчас пойду разружусь. Захвати. А? Клубничку захвати, а я гоню гроши. Катюня, спасибо огромное. Спасибо, до свидания. Погнали, да. О, здоровенькие были. Здрасте. Нормально, аж бегом, слава богу. Да? Спит, Бубочка, да. Ходим. Взаимно. Всего хорошего. Катюню никогда не видел. Вон она стоит, бегает сзади с камеры, елки-палки. Увидел уже. Все, нормально? Нормально. Сходится этот смех, голос, да? Да, она тоже не узнала, что я с бородой был. А, елки-палки. Катюня. Все, братик, давай, все, погнали дальше. Дня. Спасибо. Счастливенько. Будь здоровчик. Так, а что надо? Детям яблоки надо? Ты, хозяйка, что надо для борща еще? Вот? Тебе загадка. Мясо. Вот, блин, молочага. Ребрышки. Молочага. Зелень надо? Обовязково. Слышь, у нас там петрушка растет, укроп только вырастает. Ну, здрасте. Что, давай я возьму два вот так вот. Будьте так любезны. Парочку красных перчиков. А, и какой же борщ без цибули. Вот такой, правильно? Угу. Эх ты, родина Чиполлино. Так, это туда же вам. Есть. Все, спасибо огромное. О, не, у меня много, у нее один пока. Ну, мы это исправим, все будет нормально. Ты думаешь? А что, ты против? Смотри. Она крепко спит, так что тут спасибо. От меня все зависит. До свидания. До свидания. Здрасте. Здравствуйте. Слышь, думал, читай пельмени. Клубничный рай. Ой, елки-палки. А Катюня, знаете, что сделала? Уже купила. Так мы еще раз купим. Какая вот, ой, вот самая это вот духмяная. Смотри. А обалдеть. А там что-то матюки, наверное, какие-то про клубнику. И именно вах-вах, какая вкусная, да? Сладкая? А я тебе говорю. Вот это что за яблоки? Катюша. Такое неприлично пробовать. Серега. Я не для себя, для людей хочу показать. Ребята, чтоб все так жили. Ты посмотри. ЕБВГД. Три клубники и банка варенья готова. Да нет, мы сразу возьмем. Я вас умоляю, не надо, я верю. Ну дайте попробовать. Да нам все, ну конечно же, давайте. Давай, Катюня, о, на мальчика. Спасибо, держи тебе половинку. Что на мальчика? Молодец. Гайки, заворачивайте. Сколько? Ароматная. Одну такую тавочку. А маме? Вот эта фраза работает, давайте две. А попробуй, скажи. Мама а? Любит мелкую. Хорошо. Маме, да, мелкую. Вот земляничную давайте, сладенькую. Давайте. Давайте, все.
Вот она моя, это маме. А вы там соберусь делать, да? Все, да, вот а я у вас сейчас еще... Пару больших положишь? Кого? Не, я... Я хочу яблоко в парочку. Вот на Фуджи сидят. Фуджи именно вижу, что аж звенит какое интересное. Добавьте. Так. Вот так вот. Фуджи. И положил в карман, как талисман, у моря синего. Я встретил девушку, а эта девушка ушла в туман, как яхта белая. А он уже забрал. Я уже забрал, я уже и песни пою. Просто какой-то килограмма полтора, наверное, сейчас тут. Не, не будет? Это она по объему большая. Да. Скиги? 160. Почем это помнишь? 100 гривен. А, 5. 120. О. 45. Теперь официально можно забирать, да? 45 яблочек. Все, яблочки, все сюда. Все, мы взяли, мы вообще-то не за этим пришли, за борщом. Ну, на борщ я уже почти все купил, кроме мяса. А, не, Сереж, один ключик надо, где там как-то варенье. Дай малиновый. Куда? Вот это? Да. Да я повешу. Не, просто кульки, бачишь, чтобы не было жалко. Чтобы я не собирал? Дай ему клеточку, да, и два лота. Да она такая упругая, что она отпрыгнет, и ее даже... Не, а, я понял. Вот два это вот. Чуть-чуть до меньше рука. Все. Оперек. Пойдем купить. 100-120. Я ж привык тянуть, слушай, оказывается, еще и сервис есть, да? Рассчитываться, Сережка? А ты что, еще не рассчиталась? Нет, я не знаю. Ну, давай тогда, что ты думаешь? Что-то отменяется? А сколько я надо отдать денег вам? 300 гривен. 300 гривен, Катюня? 100 гривен. Давай. Твоя клубника дороже борща, елки-палки. Она чуть дороже, но она дуже. Очень вкусная, очень-очень. Все, дуже дякую. Будьте здоровы. Да. Спасибо большое. А у вас и другого нет. Все с бабушки на грядке. До свиданечка. Так, Сережка, поехали уже посылку распаковывать. Да давайте, чуть-чуть. Давай, уже нам еще за мясом идти в конец базара. Орехи в борщ не идут, здрасте, тем более свежие. Ой, скоро молодые начнутся орехи, правда? Да. Ёшкин кот. Ой, мои любимые. Эх ты. Катюня. А. Брынза, мясо. Смотри, что там мелют. Что? Брынзу? Нет. Сепаратор. Смотри. Масло взбивает. Масло? Да, а ты что думала? Она же не знает, как это происходит. Что вы там мелите? Масло? Картошку. Картошку? А-а-а, это чистилка. Ёлки-палки. Нема на продажу второй такой. Скажите, а сколько будет у вас почистить? Сколько будет у вас почистить картошку? Я понял. Нет, тогда валим дальше. Не, я просто купил картошку. Знал бы, у вас бы взял уже чищенную. Ладно, ничего, другим разом буду знать. Эх ты! Сама почистишь. Спасибо. Дня. До свидания. Ну, мы вот тут выходим. Я думала, ты тем рядом пройдешь. Да мясо надо. Ну, пошли за мясом. С косточкой 150. Без горошек. Катюня, чуть не прошли. А какой борщ без горошка, молодого? Ну, зачем горошек в борще? О, какой сладкий. Давайте. Считай, Катюш. Здрасте. Здравствуйте. Это супер. Иди лизни мне губу, обалдею сейчас. Сладкий. Ой, Сережа. Катюша, на, для тебя. А сколько вам горошка? Сейчас я тебя начухаю. Все, ребенок, выспался? Он сегодня вообще не спит. Что ты ее закутала, как это? Сладенький? Молоденький? Миланюшка. Отлично. Очень сладкий, сколько? Очень. Хватит. Исо, доброе утро. А? Доброе утро, ты. Улыбалка. Тю-тю. Так, у меня деньги есть, я, наверное, вывезу. А что нет? Ого, Катюша, я вот тут сдачи у тебя уже накалидовал. На, я на ручку аккуратненько привяжу. Все, спасибо. Спасибо огромное, что вернули, потому что я бы плохо спал без такого горошка. Спасибо. Все, гай-гуй, поехали. Вот и борщ намечается, ох и борщ намечается. Так, солнышко. Все за мясом и за посылкой, да? Да.
Отлично. За какой посылкой? Посылку уже в ресторане я доставили. Я знаю, что она в ресторане, Серёжа. Едем распаковочку делать. Я первая узнала об этом. Слышь? А? По-братски вот скажи, пока никто не слышит. А ты знаешь, что в посылке? Понятия не имею, Серёжка. Ну, думаю, там супер красивенько. Да? Как я люблю. Обалдеть. Прям интрига зашкаливает, я сам в шоке. Эх. Ну, снимем коротыш отдельный, да, чтобы людям голову не морочить. Может, кому это не надо, так смотрите, просто себе базар, да и все. Нет, это очень интересно, как на мой взгляд. Ну, на твой взгляд, все интересно. Ну, не прям все, почему это все? Все, что старое, никому не надо, вот тебе прямо все интересно. Ты меня специально обводишь стороной от тех цветов, я поняла. Сельдерей надо в борщ добавить? А вот сейчас тебе контрольный на засыпку. Без чего борщ не борщ? Без буряка. Без мяса. Садись, двойка. Без фасоли. А? Без фасоли. Ну, садись, тройка. Так без чего тогда? Без шматочка сала. А-а-а. Сало. Сейчас у пацанчика возьмем кусочек. Сало, сало. Ты далеко, Серёж? А мне надо тазики парочку. Прям вот тазики? Ну вот такие. А что ты капусточку настрогаешь куда? У нас же там настройки пока еще не сильно, очень-то ай-яй-яй. А? Три возьму. Как там? В хозяйстве пригодится. Гортензии мои когда посадим? Здрасте, а кто здесь крайний? Ага. Мне надо три вот такие. С какой стороны? А вот это 100 гривен? Да, Катюша, дай 300 гривен. Держи. Так. Блин, тут вообще столько всего полезного. И то, и это, и это, и то. Спасибо огромное. Все. Пойди возьми там мне маслинки, пожалуйста, вот эти турецкие. Мне хватит? Не знаю. Здрасте, приятного аппетита. А где эти турецкие маслины в квадратной пластмассовой коробке? Нету. Пластмасс нет сейчас. Катюня, есть другие. Нет, другие не хочу. Эх ты, сиди голодная. Нету так, в квадратной все. Коробочке? Нет, в круглых есть. Но, ой, они сказали, что они еще лучше. Но раз ты не хочешь, тогда и не надо. Мелания, извини, я тебя здесь видела? Тазик. Слышишь? О, набрать ребенку воды сюда, кинуть уточку. И будет тебе таки счастье. Слышишь, там выходная тишина. Здрасте. Здравствуйте. Ну отдыхают люди, надо же. Хотя и так для понедельника сегодня, мама дорогая, базар. А, Сережа, это вот в том магазинчике маслины. В каком? Чуть дальше, вон. А, мы не в тот магазин зашли? Наверное. Где ты видела? Вон, орехи, сухофрукты. Вот тут? Слева. Сухофрукты. Сухофрукты, вот это вот? Тут? Нет-нет, вот там. Скажи мне. Холодная водичка, мороженое, домашние пельмени, варенички. Это класс. Бачу, вижу. 260. Есть? Да. Так, без сдачи не получится. А хватает? Дайте мне, пожалуйста, вот такую баночку. Большую берешь? Опа, а ну, маленькая давай. Катюня, не, она любит такие, она их знает разные, а любит именно эти. Я сейчас сразу возьму, чтобы не этот. Опача, вот так вот. Это очень вкусное. Да, пакетик такой. Ага. Благодарочка. Все, спасибо. Взял? Сколько стоит? Слышь, тут как в Турции, елки-палки. Посмотри, угу. Чечевица. Мои любимые. Твои вот эти вот? Да. А мы их в Турции как нашли, обнаружили. О, Жека, просто здорово. Ты на базе сегодня? На и базе. Мясо есть, да? Да. Надо мне какое-то молоденькое для борща молоденького. Я уже все купил. Молодой, ты докурива, я догоняю. Зразы. О, водичка холодная. Что ты вы как заманиваете хорошо. Здрасте, хозяева сала в Одессе. Привела вам его. А что? Ну да. Нам надо, знаешь что? Вот этот маленький кусочек. Ты именно такое хочешь? Да. Да не, давай как-то сейчас сделаем красиво. Давай
Вот того возьмем, чуть-чуть красненького? Да нет, то надо жевать долго. Да что ты, это нет, надо, блин. Надо, чтобы хорошо жевалось. Бери, как знаешь. Дай вот кусочек вот того, как обычно. Да, небольшой. Нам именно под порцию борща, чтобы поесть, на раз покушать. А Вася давно брал на работу? По-моему, вчера. А, хорошо. Я не помню. Там уже уходит, что угорело. Ну, просто, чтобы завтра за ним не ехать. Хватит нам, да? Потому что если мы сейчас сало наберем, то мы и борщ есть не будем. О, стой, хозяйка. Да, я хочу, не, мы хотим поехать на стройку, короче, там сделать в афганском, в афганском казане борщ из всего молодого. Молодой буряк, молодая капуста, эх ты, ладно, говорить не буду. Сало, скажи, что сало тоже молодое. Ой, молодое, еще вчера хлюкало. О, оно и до молодое. Катюня. Забери Кулеху ребенка. Ёшкин ты кот. Он на нее напал. Уже доедает. Моя ты хорошая, вытянула? Куда это все прятать от тебя? Так. Сколько? Да. Даю. А, он сам дает. Не даю, не даю. Вот так вот, да? Благодарочка. Все, будьте здоровы, хорошего дня. Спасибо. Спасибо. Будет приятно. Миланька, все, мясо, и едем, тоже вижу по глазам, именно уже спит и видит, посылку хочет открыть. Или так зайдем, как? Да пошли с той стороны. Как да давай уже открывай мне двери. Тебе живет мечта, хоть я мальчишечка, бандит и вор. Я крупный банк возьму, да без напарничка, и белым катером, и под рулю. И полюби меня, лихого мальчика, ведь я давным-давно тебя люблю. Это пока сало покупали, уже в очередь попали. Ёлки ты палки. Я прямо вижу вот наши кусочки, смотри. Вырезка есть? Молодая сарпанча. Это вырезка? Да, нет, то не вырезка. Ты вырезку так и дождешься. Здравствуйте. Здравствуйте. Бог помощь. Так. Слышь, а может как по старинке, вот из костей вот этих сахарных, обалдеешь, знаешь, как вкусно? Да нет, ты считаешь, что ты даже не грызла, ни разу уже говоришь, что нет. Ай-яй-яй. А дайте нам, пожалуйста. Нет, а то успокойся. Чего? Вот это надо брать. То стейк на гриле, да? Научи меня, научи, Сережка. Давай, запоминай, будешь готовить мне когда-нибудь. На старости лет. Нам раз, два. Раз. Два. И вот этот вот тоненький, три. Почем? Да. И теперь надо еще кусочек какого-то мяска нам. Да будете косточки глодать? Эй, будем? 274, 50. Добре. Так, хорошо, вы можете нам половиночку этого врезать? Ну, вам, конечно. Все, договорились. А то и подешевле, я аж бегом, понимаешь? Так, какие вам кусочки? Вот то, что потолще на меня. Чуть-чуть больше, да, вот так вот. И вот это не вырезка? Нет. Это с лопатким, но мягеньким не было. Мягенькое, то, что ты любишь, когда оно такое вот сопливенькое, с жилками. Голяшка? Нет? Ну, только с лопатки это. Голяшка это то, что вот здесь. Все? Да. Договорились. Катюня, выручай. У меня нет. Так что, борщ отменяется или что? Давай не балуйся. Будет постный. Так. Это есть. Все. Дуже дякую. Это все, уже... ты все взял, можем ехать. Что там? Песня вообще вкуснятина такой, елки-палки. А хоровац какой вкусный. А ты видел поляну какую? Передай Армену привет. Армен, братик, все для тебя, елки-палки, да. Я знаю, что Одесса маленькая деревня. Как они чай пьют, красиво? Я в шоке. Братик, ты удивил, победил весь мир, елки-палки, вашей поляной. Эх ты. Что ты песни поешь? Поехали. Спасибо. До свидания, будьте здоровенькие. До свидания. Катюня, иди за мной ухаживай. Да? Все поют. Ты полюби меня, лихого мальчика, ведь я давным-давно тебе пою. Так, вроде бы все традиции соблюли. Черный хлебушек надо купить. Ой. Вот имею жену шикарную, а? Здрасте. А вот давай сделаем зажарочку на домашнем жареном масле. А дайте бутылочку, та, что за 55, правильно? Елки ты палки. На таком маленьком? Ох, тебе хватит? Что? Да нам чисто пожарить.
55 даю. Так, вот почти без дачи. Опача. Юби мои, юби. Юби любимые. Ребята, там такой забор растет, что мама дорогая. Да, сегодня... я не спала совсем сегодня. Сегодня вообще не спала. Спасибо огромное. Привет, всем привет. Эх ты, друзья, всем привет. С вами кто? Я. Юби мои. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Эх ты. Все, благодарочка. До свидания. Спасибо, до свидания. Кусочек черного хлеба и все, да? Да. А ты кирпичик возьмешь или бородинский? Так, вот это ты сейчас дала, короче, сейчас все люди что? Со стула попадали. Чего? А потому что и то кирпичик. Да прям. Бородинский тоже не в виде батона. Здравствуйте. А нам надо что-нибудь вкусненькое, черненькое. А Переяславский, да? Ну, смотря какой черноты. Ну, черноты, вот. Что, сам, ну, бородинский самый черный. Смотрите, вот этот новый, семечко льна, семечко подсолнуха, идет этот, заварной. Ага. Есть Бородино, есть Переяславский. Вот я хочу Переяславский, он такой вкусный, ты что? Не такой, как Бородинский, но это будет лучшее, что я буду есть сегодня. А я думала, больше лучше, что ты будешь есть сегодня. 22. Катюня, а ну одолжи, или у меня было, не надо, сам справлюсь. Вот так вот прямо тихо, без дачи. Бац, бац, правильно? Все, все, благодарю и вас. О, ребята, те, кто не знал, ну. Взял? Это Дарвин. А знаешь, это Переяславский? Это хлеб из моего детства. Это к нам, когда в келью приезжала бабушкина сестра, бабушка Оля, они привозили с собой хлеб. Обеденный. Угу. И вот такой вот. Горбушку чесночком вот так вот натираешь, она же блестит. Это, ну, ну вкуснее не придумаешь. Что такое? Дай тебе хлеба кусочек. На, а ну. Будешь? Вот. А чё ж не буду? Ням. Вкусно? Не, ну я знаю, что у тебя там есть зубы. Не надо прям так уже хватать. Ну ты же ее снимаешь, она показательное выступление делает. Короче, друзья, я всей души с хорошим настроением для вас сегодня покупали. Все молодое, на замечательный великолепный борщ, одесский липован, оператор и Милания. Всем пока-пока. Ну а мы уехали смотреть посылку. Так что переходите на следующее видео, и будет вам таки праздник. Чао.